Здравствуйте, мои дорогие! Я очень рада встретиться с вами на моем канале. В сегодняшнем видео мы с вами поговорим о лазерном омоложении кожи в домашних условиях. Прибор для этой процедуры я тестировала больше месяца, поэтому могу рассказать вам о своих четких выводах и показать результаты. Все необходимые ссылки вы найдете в описании. Давайте приступать. Всем приятного просмотра! Речь в сегодняшнем видео пойдет о приборе израильского бренда Illuminage, который был основан в 2013 году. Линия продуктов Illuminage направлена на решение различных проблем кожи. У них есть приборы для удаления нежелательных волос, а также приборы для лазерного омоложения кожи. Концепция бренда «Умная красота» — это технологии, которые позволяют женщинам проводить все косметические процедуры, не выходя из дома. Но по эффективности они могут соперничать с процедурами в косметологических профессиональных кабинетах. Прибор, которым я пользовалась на протяжении более одного месяца, называется Illuminage Skin Smoothing Laser. Суть его работы заключается в том, что лазер, который в него встроен, точно поражает участок кожи, благодаря чему кожа начинает активно восстанавливаться, вырабатывая коллаген и эластин, становится намного более прочной, крепкой, подтянутой, ну и, конечно, молодой. Этот аппарат в основном показывает значительные результаты на каких-то мелких морщинках и тонких линиях, в основном в области вокруг глаз и вокруг губ. Именно на этих двух зонах я его в основном и тестировала, также убирала вот эти вот мелкие морщинки на лбу. Периодически проходила и по щекам, чтобы потянуть каркас кожи, также вот здесь тоже проходила, чтобы кожа перестала обвисать у меня в этих зонах. Процедуру нужно проводить довольно часто, то есть 5 дней в неделю, 2 дня только мы отдыхаем, и лучше проводить процедуру несколько месяцев подряд. Этот прибор имеет сертификацию FDA, это Министерство здравоохранения и социальных служб США. Клинические исследования этого аппарата были проведены на 58 добровольцах. Они прошли 3640 процедур. 79% испытуемых по итогу отметили значительное уменьшение тонких линий и морщин уже через 2 недели. 88% испытуемых отметили значительное уменьшение тонких линий и морщин уже через 4 недели. И 94% испытуемых отметили значительное уменьшение тонких линий и морщин через 12 недель. Давайте я вам покажу комплектацию этого аппарата. Пришел он вот в такой красивой картонной коробке белого цвета, очень элегантный. Причем сверху находилась еще вот такая вот вставка, на которой все подробно расписано. Сам аппарат выглядит вот так. Тоже очень красивый у него дизайн. Эта накладка снимается. Дальше мы видим вот этот короб картонный, в котором удобно хранить наш аппарат. Сам он находился вот здесь, такой ячейки. Вот эта деталь поднимается, снимается еще одна крышка, и дальше мы находим гарантийный талон, инструкцию, очень подробную, очень детальную на русском языке, еще одну инструкцию, она уже идет на английском языке. В комплекте имеется зарядный кабель и очень красивый белый мешочек, в котором данный аппарат хранить очень удобно. Все, ничего больше лишнего. Аппарат не нужно собирать, он уже в готовом сложном виде к нам приходит. И меня очень радует, что я заказала его в магазине ProLab Beauty, с которым я уже имела ранее удовольствие общаться. Я у них заказывала фотоэпилятор, на который снимала для вас отдельное видео. И очень вам это видео понравилось, мне этот эпилятор нравится до сих пор, я им периодически пользуюсь. Если бы было у меня побольше времени на все эти косметологические процедуры, я бы пользовалась им так, как положено, давно бы уже избавилась абсолютно от всех нежелательных волосков, но из-за того, что времени у меня на все это категорически всегда не хватает, я вижу только половину результатов от тех, что я могла бы видеть, если бы я должным образом его применяла. Но, по крайней мере, я вам уже рассказывала, что из всех фотоэпиляторов, которые у меня побывали в руках, только этот показал видимые результаты. Я, когда пользовалась им так, как полагается, при первоначальном тестировании через месяц я потеряла 50% нежелательных волосков на ногах, а потом далее я избавилась практически от всех. У меня росли на обеих ногах, наверное, в общей сложности волосков 10. При этом они были в таком виде практически незаметным. В общем, все лето того года после такого правильного тестирования я ходила с чистыми ногами и даже ни разу не брала в руки бритву. После той процедуры волосы стали
значительно меньше, тоньше, и некоторые из них совершенно перестали расти, то есть они вообще пропали. Поэтому из всех фотоэпиляторов, которые у меня были, я советую вам только этот. Итак, после такого замечательного результата, после того, как я убедилась в честности и добросовестности этого магазина, я решилась на заказ у них уже вот такого профессионального прибора, но уже для лазерного омоложения кожи. Вот так выглядит этот прибор. Он очень красивый, очень эргономичный, выполнен из качественных материалов, достаточно тяжеленький, то есть его невозможно как-то смахнуть рукой, да. Он очень надежно стоит на туалетном столике. У него здесь такая прорезиненная подставка, которая не позволяет ему скользить, к тому же. И состоит он из двух деталей. То есть вот это его зарядная станция и вот это сам прибор. Пользоваться им максимально легко и просто. Не нужно никаких специальных подготовок. Не нужно изучать какую-то толстенную инструкцию до этого. Все, что вам нужно сделать, это сесть вечером перед своим туалетным столиком, включить хорошее освещение, удалить, смыть полностью весь макияж и не наносить на себя ничего. Насухо вытереть свою кожу, либо дождаться, пока она полностью обсохнет, и провести процедуру. Нажимаем на вот эту одну единственную кнопку. Прибор включается, пишет нам hello, и он готов к работе. Чтобы провести процедуру, нужно прислонить прибор вплотную к коже. Нельзя его либо вот так прислонять, то есть он у нас должен быть под углом 90 градусов. После того, как мы услышали вот такой звук и световую вспышку, это означает, что все прошло правильно. И далее нам нужно внахлёст взять следующий участок кожи, то есть сдвинуться на 5 мм в сторону, но все-таки у нас будет внахлёст, да, вот этой вот круглой области. Еще раз прислонить, еще раз слышим вот такой звук. Если мы прислоняем неправильно, то мы слышим вот такой звук. То есть прибор нам сообщает, что мы неверно обработали данный участок, и говорит нам о том, что нам нужно правильно поставить этот прибор под углом 90 градусов. Все, слышим снова вот этот звук, значит, все идет правильно. Я сажусь и очень спокойно, аккуратно прорабатываю носогубки, начиная от верхней точки, постепенно спускаюсь и ухожу вот сюда вниз. Дальше обрабатываю вторую, определяю зону, где у меня начинаются вот эти мимические тонкие заломы, ставлю лазер вот сюда под глазами, спокойно им можно все обрабатывать. Очень аккуратно, главное в глаз не светить, на глаз на сам не направлять. В общем, я провожу процедуру вот до сюда, до конца. Дальше перехожу к лбу, тоже внахлёст обрабатываю весь лоб. Ну и так, как сказала вам в начале видео, периодически я еще каркас кожи прорабатываю. Этот сигнал означает то, что аппарат долго не был в применении, то есть он сам автоматически отключается, чтобы батарейка, зарядка его не садилась. И после использования вы его снова ставите на зарядную станцию, он у вас таким образом хранится. При полной зарядке очень-очень много процедур он выдерживает до следующей зарядки. Когда он начинает садиться, он начинает мигать красным цветом. Это значит, что вам нужно достать зарядный кабель из коробки, подключить его вот сюда и поставить на ночь заряжаться. Утром вы проснетесь, и он будет вам снова мигать белым светом, что будет значить, что он полностью заряжен и вновь готов к работе. Во время процедуры хочу рассказать вам об ощущениях. Ощущения первоначальные мои при самом первом тестировании были очень интересными. Я чувствовала жжение, даже небольшую боль, чувствуется покалывание и появляется краснота. Все, конечно, зависит от вашей кожи, насколько она у вас чувствительная. Я имею очень чувствительную кожу, сверхчувствительную, поэтому я прям болевые ощущения сначала испытывала, но по итогу я приноровилась к этому прибору, поняла, что ничего страшного не происходит, и сейчас уже как-то мой болевой порог адаптировался, и я очень комфортно переношу эту процедуру. Кожа сразу сильно моя краснеет, то есть все участки, которые я обработала, они становятся красными. То есть вот эти вот красные линии я вижу. Поэтому проводить процедуру нужно обязательно вечером перед сном. На утро вы встанете, и все у вас пройдет. Ни в коем случае ни утром, ни перед работой, ни перед выходом куда-то. Нет, у вас эта краснота не спадет до самого вечера. То есть нужно достаточно много времени, чтобы кожа восстановилась. Уход после процедуры самый обычный. Ничего сверхъестественного. То есть пользуйтесь своими уходовыми средствами. Лучше использовать какую-то косметику, которая успокаивает,
снимает красноту. То есть не какую-то жесткую агрессивную, не кислоты, не пилинги, да, что-то наоборот легкое, заживляющее, чтобы снять вот этот вот эффект. Ну и самое главное, конечно, в этом видео это результаты после использования. Как я сказала, я пользовалась этим прибором больше месяца. Наверное, месяца полтора в общей сложности. Я провела 5 процедур в неделю. И по итогу я избавилась практически от всех заломов и мимических морщинок под глазами. У меня их раньше было очень много. Сейчас я вижу результаты. Носогубка у меня немного потянулась, но прямо, чтобы она совсем исчезла, чтобы совсем ушел этот залом, нет, конечно, я сказать об этом не могу, но определенно картина стала лучше. Как заявлено, можно этим прибором пользоваться и 3 месяца подряд, поэтому я думаю, что я буду видеть результаты и дальше. Но, по крайней мере, мне нравится вот эта вот зона у меня, марионетки, стала менее выражена. Морщинки на лбу тоже выглядят намного лучше. Их стало намного меньше. Ну и сам каркас кожи как-то потянулся, то есть лицо стало каким-то более худым. Я и другие сейчас процедуры, конечно, параллельно использую, но я чувствую, что этот прибор тоже хорошо влияет, тоже свою роль он сюда, конечно, внес. Здесь вот тоже овал лица у меня значительно улучшился, и кожа сама какая-то более плотная стала, да, не дряблая. В общем, результаты я действительно вижу, буду продолжать пользоваться им дальше. Прибор, конечно, очень интересный, и технология в нем заложена такая же, какая и встречается в профессиональных косметологических кабинетах. Но мы все знаем, насколько эти процедуры у косметолога дорогостоящие, насколько дорогие эти профессиональные аппараты, и чтобы пройти целый курс процедур, нужно выложить очень-очень значительную сумму. Здесь получается даже выгоднее, чем если проходить такой курс, потому что мы проходим у косметолога один курс, через полгода его нужно повторять и вот периодически поддерживать. А если рассчитывать на то, сколько этот прибор будет служить нам времени, то есть он будет годами служить, мне кажется, всю жизнь можно им пользоваться, то есть тут лазер безлимитный. Все эти процедуры приплюсовать по стоимости, то, конечно, в итоге намного выгоднее получается. И плюс нужно учитывать то, что вы можете не одна им пользоваться, а, допустим, маме тоже своей, да, и выдавать. Родственникам можно вообще потом в прокат его сдавать. Конечно, можно различные способы придумать, как окупить этот прибор. Но по итогу хочу сказать, что он по всем своим характеристикам, свойствам мне очень понравился. Действительно эффективный. И вот все вот эти покраснения, такие четкие, резкие, вот эти все покалывания, болевые ощущения, они говорят о том, что прибор работает. То есть он все-таки выполняет свои функции. Он действительно точечно разрушает кожу, и она начинает активно восстанавливаться, вырабатывая коллаген. То есть это не какая-то пустышка, а действительно работающая технология. Вот и все, что я хотела рассказать вам об этом приборе. Если хотите, через какое-то время я тоже расскажу вам о результатах. Очень рада, что в этом видео я также поделилась с вами впечатлениями о фотоэпиляторе спустя долгое время. Да, он действительно работает, и все, кто меня спрашивал, стоит ли его заказывать, определенно стоит. Главное — не пропускать процедуры, главное — выработать себе какой-то график и постоянно им пользоваться. И вещь, конечно, прекрасная. И если уж мы заговорили об этом фотоэпиляторе, моя версия была лимитная. То есть у него было определенное количество вспышек заложено в него. А сейчас в этом магазине появилась такая же модель, то есть тот же самый фотоэпилятор, но с безлимитным количеством вспышек. И цена его за последние несколько лет значительно снизилась, поэтому он сейчас доступен, мне кажется, практически каждой девушке, которая думает записаться куда-то в салон, да, либо купить себе фотоэпилятор. Вам, конечно, эти процедуры окупятся, и плюс это безлимитная версия, опять же, можно пользоваться не только самой, но и с подружками делиться, с мамой, и потом, опять же, и в аренду сдавать, и как угодно можно придумать, как его окупить. Поэтому ссылки я вам оставлю и на этот прибор, также на фотоэпилятор, на новую его версию, и на магазин в целом. Зайдите, посмотрите, у них очень много занимательных приборов. Мне, кстати, сейчас появился прибор для лазерного удаления волос, который я безумно хочу попробовать. Если у меня получится, то я обязательно сделаю вам обзор и на такой прибор, потому что фотоэпиляция и лазерная эпиляция — это разные вещи, они дают разные результаты в разные сроки, а лазерная эпиляция, она более длительный эффект имеет. И я, к сожалению, пока еще не пробовала такую процедуру, но мечтаю ее попробовать. Ну вот и все на сегодня. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, оценивайте его, подписывайтесь на мой канал, на YouTube, на Яндекс.Дзене, вступайте в мои группы во всех моих соцсетях, добавляйтесь в друзья, всех принимаю. И также воспользуйтесь акцией от Альфа-банка, по которой вы можете получить 1000 рублей в подарок. Все подробности по ссылке в описании. Прощаюсь с вами до следующего видео. Всем до скорых встреч!